В железнодорожном округе сотрудники вневедомственной охраны схватили двоих юношей прямо во время разбойного нападения на продуктовый магазин. Был и третий налетчик, которому удалось сбежать. Сообщники пришли в торговую точку за час до закрытия. У продавца подельники потребовали дневную выручку. В кассе на тот момент было около 10 тысяч рублей. Женщина не растерялась и, более того, сама пошла в атаку на подростков. Схватив нож, продавец велела юношам выйти вон. В ответ один из визитеров достал из-под одежды пистолет. Полицейские банально ехали мимо, патрулируя сектор, и заметили потасовку через стеклянные стены павильона. За что им от владельца бизнеса отдельное спасибо. Трое там, они были там, с пистолетом, с прицелом там. И хотел выручка там, брат, там, телефон, выручка там. Ну, молодцы, там, вот полиция охраны там мимо проехал, там, и поймали их там сразу. Заметив патрульных, нападавшие бросились в рассыпную. Пневматический пистолет, которым угрожали продавцу, налетчики бросили у стены магазина. Задержанные несовершеннолетние. Младшему 15, второй старше всего на год. Для одного из подельников эта встреча с полицейскими не первая. Однажды он был уже пойман за кражу, но тогда дело прекратили за примирением сторон. Похоже, в этот раз наказание будет реальным. Ответственность за тяжкие преступления, а разбойное нападение относится именно к этой категории, наступает с 14 лет. Место происшествия. Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.